Почему я иду в губернаторы? Я знаю, что логика социально-экономического развития России, Сибири превратит Омский регион в центр евразийского сотрудничества. Изучая историю, жизнь нашего края, я понял, что Сибирь, Омский регион – это еще не проснувшийся богатырь, как говорил омский ученый Потанин. И я хочу стоять у истоков будущего страны и нашего региона. Омской земле нужен НЭП. Навести элементарный порядок. С нынешним правительством это сделать невозможно, потому что оно временное. А почему оно временное? Потому что оно сформировано временным губернатором, которого назначили сверху без его желания. Временное правительство, оно не думает, как отдавать долги. Оно довело Омскую область до банкротства. Закредитованность бюджета превышает 60%. А 1 сентября необходимо возвращать бюджетный кредит почти 7 миллиардов рублей. А денег на это у них нет. Временное правительство, возглавляемое Назаровым, надеется поступить как обычно. Увеличить налоги, сократить траты на социальные нужды, переложить тем самым бремя на ваши плечи. Я этого не допущу. Я говорю, долой временное правительство, долой министров-миллионеров. Основным мотивом деятельности членов временного правительства является воспользоваться должностными привилегиями для личного обогащения за счет народа. Что мы и видим? Одни министры находятся под следствием, другие кинулись в бега, а третьи ждут. Многие смирились и считают, что невозможно ничего изменить. У нас есть потенциал роста. Это до конца не разрушенная промышленность, плодородные земли, леса, реки, а самое главное – люди. Я верю, что Омск станет столицей евразийского сотрудничества. Мы уже географически находимся на этом месте. Но временное правительство не может и не хочет принимать стратегических решений в интересах региона. Я не хочу, чтобы наша молодежь в поисках лучшей жизни уезжала в другие регионы. Лучшую жизнь мы построим вместе здесь. А вы где хотите жить? В разрухе и захолустье? Или в динамично развивающемся регионе? Ответ на этот вопрос вы сами дадите 13 сентября этого года на выборах губернатора Омской области. Или другие дадут его за вас. На своих экранах вы видите электронные адреса наших интернет-ресурсов, на которых вы можете задать вопросы, получить ответы, оставить информацию по актуальным темам, обсудить их. Для нас это очень важно. Давайте эту работу делать вместе.